Se foi no canal Pensas Milano. Olha, vou ter que marcar a pé de paçuque. Calduia, paçuque. Абракадам, пасуки, прилетайте. А, пасука. Два, три, четыре. Четыре посылки к нам прилетело в этот раз. Давайте же их откроем, посмотрим, что внутри. Опять какой-то брелок. А это же брелок черная собачка. Очень милая и красочная. Вот такой брелок, например, на ключе. Ставь лайк, вам понравился эта собачка. Давайте же откроем следующую посылку. Давайте откроем вот эту посылочку. Еще один брелок. Это еще один брелок, милая собачка. И у меня по этому брелку есть вопрос. Где у этого брелка хвост? Стоп. Тут хвост есть. А тут хвоста. А, вот черный нарисованный. Я уже запуталась. Или это не хвост? Это либо хвост сейчас, либо не хвост. Я не знаю. Кто думает, что это хвост? Напишите в комментариях 10. Кто думает, что это не хвост? Пишите в комментариях 5. Ну, я не знаю. Посчитаем, сколько думаю, что вот это черный хвост, а сколько не хвост. Ладно, давайте же откроем следующую посылку, потому что очень интересно, что у нас еще в двух посылках осталось. Вот это белая посылка какая-то. Это надутый пакет. Вот такой надутый пакет. Давайте же его откроем. Сдуем его. Раз, два, три. А я почувствую, как воздух летит. Не знаю, что тут лежит, честно говоря. Давайте же попытаемся достать. А это же кулон сердечко, куда вставляется фотография. Я его так ждала. Я его так ждала, потому что я его сама сказала. Секрет. Очень прикольный, красивый кулон сердечко. Куда вставляется фотография. Например, в семье. Во! И у нас осталась последняя посылка на сегодня. Давайте же ее откроем. Ha, ha, ha.
забаняла, ставь лайк и подписывайся на канал. Не все заняла. Всем пока.